Так, ну что, всем привет, продолжаем сталкач Anomaly Expedition 2.2.1. Все ссылки в описании на скачивание. Так, подожди, давай сразу звук еще потише сделаю. Ага, вот так вот. Замечательно. Так, ну вроде всех монолитовцев перестреляли, блять, не всех еще оказывается. Так, есть чем хиляться. Должно быть. Давай барвинок захаваю. Где там этот хрен сидит? Вы его видите? Я не вижу. Я поближе подойду. Ладно, давай нормальный хил сожру. Сохранюсь. У меня пока остается только одна хилка. На всякий пожарный. Но я обязан тут пройти. По основному квесту, скажем так. Вот там степ-то еще стреляется. Угу, по мне стреляет. Гад. Братан, я тут столько уже хила оставил, тут столько уже, блять, я не знаю, костюм свой изорвал, прям тряпью. Давай вот так. Плюс нашивки бандитов. Ты, блин, подойди хотя бы поближе для приличия. Давай я подойду поближе. Так. И он попал в эту ебучую щелочку. Все, разбил его. Барвинок пока пожрем. Гранатку возьму, вот это возьму, вот это вот все возьму. Пестик свой давай. На продажу пойдет. Ты при 70, да, вроде? Ай, бинтов нет. Слушай, бинт есть. Бинт есть. Значит, живем. Похаваю что-нибудь. Попью. А что попить? Вот, попить. Еще барвинок. Радиаты много? Радиаты немного. Я надеюсь, там больше никакого хрена не сидит. Давай, ладно, армейскую аптечку. Соберу с них все это. Это был тяжелый прорыв. Это прям было мега эпично. Вот это вот возьму. Так, вот это возьму на продажу, вот это. Так, перевес у нас небольшой пока что. Вот так вот. Отсоединить глушитель. Так, тут глушитель не отсоединяется. Так, вот это тоже на продажу пойдет. Мы тут сейчас мега богатые станем. Отсоединить прицел. Здесь тоже давай отсоединить глушитель. Это я разряжу. Переместить. Разрядить. Отсоединить. Переместить. Все, перевеса прям дикого нету. Вот это давай перемещу еще ему. Так, ну и хилов тоже, блин, у них почему-то нету ни у кого.
Так, ну ладно, главное, мы их взъебали. А, так. Ну, одним барвинком счастлив не будешь. Сожаление ран. Так, давай на F4 будешь. На F4 пойдешь, я говорю. Вот так. Ты пойдешь на F1. Ты пойдешь на F2. Потому что нормальной адекватной медицины у нас нету. И нас ничего ебет радиация. Ну что, двигаем дальше, блин, выхода нету. Я не знаю, как мы с таким уровнем проживем, блин. Давай водки, что ли? Где там водка, блин? Я ж таскал ее. Не, давай воду выпью. Ай, не, надо водочки. О, фляжка с водкой. Так, давай сейф. Патроны. Патроны вот эти заряжены. То, что и требуется. Ну тебя, блин, братан, может, какая медицина бы. У меня тоже ни хрена нету. Разрядить, отсоединить глушитель, выбросить. Патроны хреновые, выбросить. А, живем, живем, живем. Так, этим не подхеряешь уже костюм. Вот этим, наверное, да? Да, плюс, 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 плюс. Нашивка бандита. Так, теперь вот это. Нет, это еще не подойдет нам. Так, ты со скольки процентов? 75. 89. 86. Так, надо скар починить немного. Плюс нашивка монолита. Все, сейвик. Идем дальше. Надо было прям медицину прям вообще полностью скупать. Я, наверное, на случай таких заруб прям мега прям жестких я буду так поступать. Так, нам вот сюда. То есть там еще подниматься вверх на горку. Так, там вроде никого не сидит. Так. Этой херни избавлюсь. Этих патронов избавлюсь. Этих. Ну, чисто так от перегрузочей избавиться. Они здесь, короче, еще псевдогиганты замаслали. Ой, опять у нас перевес. Так, выбросить. А, блин, не то схавал. Так, где Геркулеса мне, пожалуйста. Сейф. Ну что, давайте дальше пробиваться. Уже больше никто не сидит, я надеюсь. Ха.
Идем за стрелком. Что могу сказать? Сказал, что там чувак, монолитовец. Так, ну одного выкреснули. И там его подружка еще прибежала. Ай! Что, блядь? Что, блин, откуда? А вон он, гад, где трется. Ух, жестко, блин. Прям очень жестко. И как же мне тебя достать? Куда, блять? Я его не вижу. А вот он, блин. Господи, блин. Давай еще раз. Жесткие серии пошли, да? Так, я готов, товарищ. Так, уже больше никого нету. А, так, давай музычку еще потише сделаю. Вот так вот. Ты, блядь, откуда взялась? Ты ж в жопу отстрелю. По здоровью. По здоровью все хреново. Давай тебе сюда. F1. Ампулку морфина схаваю. Бинтик. О, аптечка нормальная, человеческая. Так, ты пойдешь на продажу вместе со мной. Так, аптечку мне можно на слот какой-нибудь назначить? Ты где, блин? Дядька. Так, все? Чё у вас там бабахает? Кто там, блять, кто там? Эй, барвинок. Да слышите меня, короче, выкрикнули, ты понял?
Короче, надо еще вышку отработать. Надо еще вышку отработать. И музычку давай потише. Ну это товарищ словил там пару пуль. Ну все, он там сел. Так, и тут вот еще один товарищ тусил. Угу. Так, вы ж мне там не поломали оружие, я надеюсь. А патроны у меня заканчиваются, слушай. Сейчас будем на дробовик переходить. Так, 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 так. Медицина, 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 нормально есть. Да, да, да. Враг монолита уже, блядь, не знаю, чем хиляться, понимаешь? В чем херня находится. Ох. Я уже просто заигрался. Вон тот жмых, смотри. Так. Больше никто не хочет на меня выйти. Задолбал вот, блять, этой толпой, блин, воевать уже, блин, то с наемниками, то с монолитовцами, блять, то военными там, блять, не знали, как уже свалить от них. Братан, еби! Нет, тут даже укрытий нормальных нету, блин, от них отстреливаться. Они просто напирают толпой там. Один, два, три, я не знаю, блин. Мне ж тупо боеприпасов, блять, на них нету. Давай, 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 погнал. Ну хотя бы того забрал. Ну сейчас можно от этой стенки подействовать вот так вот. Аккуратно. Господи, кто считал смерти мои за эту серию? Живем. Музыку делаю тихо, тише и живем. Нереальное прям количество их тут.
Так у меня вообще хилов нету никаких. Я сейчас даже сохраняться не хочу. Братан, ну у тебя, блять, ну почему у тебя нету ни хрена, а? Не, о, есть какая-то хрень. Да хотя бы хватёк остановлю. Так, всякие ампулы, хуямпулы. Что ты даешь? Ну ты хил, наверное, даешь, да? Я этих бомжей даже бобрать сейчас не могу. По-человечески. Ну сиди, блин, хрен себе на вышке. Господи, сколько же тебе надо было посадить, чтобы ты наконец-то сдох? Пока что у меня муха тут больше всего радует. Это уже кто там из-за забора по мне стреляют? Да, да, да. Ну давай уже подошьюсь, блять. Ну чё уж тут поделаешь, да? Шкура псевдогиганта использую. Заодно перекушу, блин. Попью воды. И все равно хочет жрать, блин, и хочет. И все ему мало, блин. Короче, слышишь, видишь, там еще один хрен залез. Я еще и квест какой-то сделал. Я надеюсь, все, блять. Это подкрепа, блядь. Блядь, все равно кто-то, блин, по мне стреляет. Так, армейскую аптечку, нормально, заюзал. Ща она нас выхилит тут. Вон там хрен на вышке сидит. Сидишь, блядь, стреляешь, да? Ничего, я сейчас на стимпаке выйду, блядь. А ты не выйдешь. Пиздец, он живучий. Ох. Медицины больше нету. Так, а здоровье наше уходит постепенно. Надо искать. Так, у тебя нету медицины. И у этого хрена тоже нету медицины.
Давай, стимпак. Ух! Живем. Все еще живем. Ну, ребят, ну можно, блядь, хоть какую-нибудь аптечку мне? Хоть небольшую, блин. Хоть какой, блин, гребаный стимпачок. Ну, бинтик есть, ладно, сойдет. О, вот еще аптечка. О! Выбросить. Выбросить. Это типа кто-то еще пытается по нам стрелять там? У кого-то еще, мать его, остались вопросы ко мне? Так, надо медицину немного сгруппировать. Дай, покурим немного, что ли? Так, ему хочется хавать, персонажу нашему. И он все равно еще хочет хавать. Все, хавать теперь точно. Он 4 батона съел за раз. Восемьдесят процентов, 90. Давай вот так. Ага. Так, и надо шлемак подчинить немного. Так, так, так. 80%. Не, не то. Блядь, что я использовал? Я использовал не то, что хотел. 75. У меня сколько там? 67. Ну слушай, у нас проблемы сейчас со шлемом будут. Прям такие хорошие проблемы. Да, я ничем не смогу его починить. Если только не надул кого-нибудь из них там. Верный набор. Блять, вы серьезно? Кому там, блять, не имется? На вышке, что ли, сидит? Да, на вышке его, смотри, сидит. Готов. Ну вы, блять, ответите еще за мой костюм. Так, а мне сюда надо идти, да? Я немного перебежал лишнего. Сейчас переться на эту основную базу монолита мне нету. Желания, возможности, сил. У меня даже есть подозрение, что я сюда прям зашел. Это тоже лишнее было.
волосы сделать. Если мне удастся повторить этот подвиг, то он точно заговорит со мной после того, как я найду его. Это мне, блин, куда? Это туда как-то за забор попасть надо. Я знаю, тут туннель есть один. А, я понял. Мне все равно надо будет обходить вот так вот и идти. Вот там просто снизу находится. Здесь что, блядь, заминировано было? А не, о, смотри, чувак новый на вышку залез. Мне гранатой подорвал или чем это он? Кстати, их так на вышке тут подлавливать можно очень легко. Давай звук потише сделаю. О! Чё, давайте продолжим прорыв уже в следующей серии. Я сохранюсь тут на троечку. Вот, ну а с вами был Зазеппа. Я жду от вас лайки, подписки. Вот, всем пока.